Марина у Микро и время охуительных историй. И сегодня такая пиздец, какая интересная история будет об одной из моих любимых игр, о Tekken 3. Думаю, вы все слышали об эффекте Манделы. Чё, никто нихуя, блядь, не слышал, да? Короче, блядь, здесь фишка в том, что эффектом Манделы называется совпадение у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам. И при чём здесь, сука, Tekken 3? А здесь ебать как просто. Думаю, все помнят такого персонажа, как доктор Босконович. И все нахуй играли в Tekken 3. Прекрасно помнят, что у него в руках ёбаная бутылка. И это нихуя не локальный прикол. В англоязычных странах помнят так же. Так а что же, блять, у него в руке? Пульт от экзокостюма. И он нихуя не похож на бутылку. Вот такая хуйня. Ставим лайки и пишем, сталкивались ли вы с эффектом Манделы. Всем пока, нахуй!